Друзья, в гостях у ТВ Шанса сегодня удивительный человек, их у нас много, скрипач-виртуоз Вардан Маркус. Здравствуйте, Вардан. Здравствуйте. Ну, собственно, в первую очередь, конечно, хочется услышать о том, непосредственно, где можно вас увидеть, услышать. Мы наслышаны, что вы где-то работаете в коллективе, да? Собственно, поподробнее о вашем творчестве, ну и вообще о сегодняшнем мероприятии. Этот коллектив — это мой собственный коллектив, ваш. Свой театр. У меня концерты происходят везде. Я гастролирую по России и по Европе. Я буквально вчера вернулся из гастрольного тура по Уралу. Участвовал в праздновании Дня России в Уфе. И сегодня у меня концерт в клубе «Alma Mater». Но мои концерты происходят в театре эстрады, большой шоу-концерт, называется «Парад страстей». Вторая программа – это «Время триумфа». Там много артистов, много произведений, но мой стиль концертный – это современные классические произведения для скрипки и не только симфонического оркестра в современных обработках. Там участвует еще не только я, а еще участвует и шоу-балет, и классический балет, и оперные певцы из Большого театра, из Новой оперы, из театра Станиславского. Много интересного. И вот много интересного, концерты, приходите, да, вам приходите, скажу, мои, да, концерты. Хватит уже рассказывать, они будут все знать, и просто, знаете, потом пусть не знают и приходят. Поэтому, ну что ж, друзья, что я могу сказать? На самом деле очень приятно, когда такие люди приходят в наш проект, тем более, насколько мы поняли, это не мягким намеком, вы выкроили совсем немного времени своего, да, буквально с гастролей, и уже сразу же на концерт сегодня после нашего мероприятия. Да, после нашего. Хотела вам пожелать хорошего вечера в первую очередь. Сегодня спасибо. У нас очень много талантливых участников. Сегодня проект не узкой направленности, сегодня проект микс. Это и танцоры, и певцы, и модели. Я надеюсь, сегодня всех увидим. Вот, да. Вот именно вот этот микс в моем концерте. Вот скрипка, конечно, да. Классика. Я надеюсь, что вам удастся, может быть, завести какие-то хорошие знакомства, нужные контакты и как-то познакомиться с хорошими творческими людьми, какими все мы являемся. Ну что ж, давайте немного рекламного блока в качестве поиска вас по интернету и так далее. Если есть сайт, называйте специально для вас ровно полминуты. Мой сайт так же, как vardanmarcus.ru. Тройной W vardanmarcus.ru. И вся информация о том, что, где и когда, там на этом сайте. И следите за моими концертами, гастролями. Всегда буду рад видеть моих концертах. Спасибо.